не только это касается Армении, это действительно характерно для и торговли, и экономики стран-членов, действительно. Действительно, как показывает анализ, позитивные есть, существенно позитивные тенденции в развитии, ну, торговли, например, что мне ближе, и динамики ВВП, вот, поэтому я думаю, что, тем более, что эти тенденции, вот, особенно в торговле, они наметились как раз после создания ЕАЭС. Так что я думаю, что это общий интерес. Ну, я думаю, что вот эти факторы тоже играют какую-то роль, но и до санкций, и до вот всех кризисных явлений. Судя по, опять-таки, по вот нашим наблюдениям, позитивный вклад был и в динамике в торговле, и в развитии ассортимента. Так что я думаю, что это общая тенденция, которая, повторюсь, не первый год продолжается. Я думаю, что, опять же, это надо спросить у армянского руководства и бизнеса, наверное, вот у двух, как бы, да, компонентов. Вот, но я надеюсь, что нет, и думаю, что, уверен, что нет. Вот, смотрите, например, в Великобритании вроде вышли, теперь опять разговоры идут о том, чтобы надо обратно войти. Я экономист, и с экономической точки зрения я таких аргументов в пользу такого решения просто не вижу.